Верхневолжье улучшит качество водоснабжения и водоочистки. Региональный Кабмин рассмотрел реализацию в 2019 году мероприятий по повышению качества питьевой воды, систем центрального водоснабжения и улучшению экологического состояния реки Волги. Это будет сделано в рамках национального проекта «Экология». Все подробности в сюжете далее. В Твери по проекту «Чистая вода» предусмотрена модернизация нитки водовода от Верецкого водозабора до Дюкера Восточного моста протяженностью 7,5 тысяч метров. На эти цели на 2019-2021 годы заложено порядка 275 миллионов рублей, из них 97% – это средства федерального бюджета. На реконструкцию очистных сооружений города Конаково будет направлено около 366 миллионов рублей. Город Твери, город Конаково – это в первую очередь заявка, которая поддержана на федеральном уровне. Это достаточно большие суммы, более 500 миллионов рублей. Это строительство нового водовода в городе Твери, замена труб на больший диаметр, чтобы уже было достаточно качественное водоснабжение, без перепадов по давлению. Также это строительство водоочистной станции в городе Твери и строительство очистных сооружений в городе Конаково. В рамках региональной программы по улучшению экологического состояния реки Волги также предусмотрена реконструкция блока биологической очистки очистных сооружений в Твери. Реализацию проекта стоимостью более 1 000 000 000 рублей планируется завершить в 2022 году. Нам очень в этом на вопросе помогла и наша столица, город Москва. Были выделены деньги, мы теперь их используем и не только на Конаково, но и на другие муниципалитеты, потому что с помощью федерального проекта «Чистая Волга» и сохранения экологии у нас есть возможность уже осуществлять софинансирование московскими деньгами. И у нас количество заявок, которые мы подали, оно сейчас находится в высокой степени готовности. Это в том числе и город Кимры, город Ржев, Старица. В соответствии с национальным проектом в сфере экологии до 2024 года планируется сократить в 2,5 раза объем сбрасываемых загрязненных сточных вод в бассейн реки Волги, обеспечить 99% городского населения области качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения. Всего в регионе в ближайшие 6 лет в рамках региональных программ по повышению качества питьевой воды и улучшению экологического состояния Волги запланирована комплексная модернизация 25 очистных сооружений, а также строительство и реконструкция 12 объектов питьевого водоснабжения.